О погоде. В ближайшие дни в Самаре сохранится теплая погода. В четверг и пятницу воздух прогреется до 15 градусов. По прогнозам синоптиков, в конце недели будет пасмурно и возможны дожди с небольшими порывами ветра, даже до 9 метров в секунду. А вот в выходные в регион придет волна похолодания. В ночные часы столбик термометра упадет ниже нуля, и местами на почве появятся первые заморозки.